Я, француз, приехал в Нью-Йорк, чтобы жить рядом с детьми, которых родила мне англичанка, которая живет с американцем. А теперь у меня есть ребенок от двух лесбиянок. Ты не обязан быть папой в классическом понимании. Есть законы, а есть законы. Тебе нужно с кем-то переспать. Тебя это успокоит. Забавно, что ты видишь свою жизнь настолько сложной. Считаешь, моя жизнь прогулка? Да я кручусь, как в аду.